изначально я не давал первые показания, потому что я хотел прийти в себя, немножко определиться. Но потом ко мне пришел Белоножка, адвокат. И после этого он сказал, что, в принципе, все можно сказать на суде. Не факт, что обвинение показано. Ежедневно он сказал, вообще можно здесь не быть его. После того, как противоречия ходили, пришлось, я остался без защиты. То есть, в связи с чем вы обратились к помощи другого адвоката? В связи с тем, чтобы более себя спокойно чувствовать и быть прощением. Нет, из-за того, что... Отвечая на вопросы, адвоката защита. Он просто сказал, я хочу еще раз услышать. Что побудило вас обратиться к помощи? Сюда достаточно того, что он говорит. Задавайте вопросы, не знаю, чтобы не наводящие. Пожалуйста. Ну, я, в принципе, ответил, что если бы адвокат, я нанял супруга через Астани, для того, чтобы я говорил, что здесь будет теперь скажите, пожалуйста, суду ваши отношения с совершенным вами деянием. Совершенному вами преступлению, вами преступлению, свое отношение скажите, пожалуйста. Первоначально я ошибочно предполагал, что все есть испания, потому что... Но потому что из этих же средств деньги тратились. На нужды города, на продукты вне города. Но потом я стал осознавать, что деньги, скорее всего, полностью не уходят на нужды города. И стал чувствовать вину за собой. Я в 15-м году... Еще раз повторите, 60 миллионов. Как вы распределили? 60 миллионов, 54, согласно СМС. Я отдал Ахмеджанову, 2 миллиона отдал Аракеляну, и 4 оставил себе, которые ушли на подготовку дня года. А как вы распределились? По учению Акима там в расходной части расписки. Ну, примерно, расскажите, что вы помните, как вы тратили, что вы покупали на 4 миллиона? Фанера. Приобретение фанеры для стадиона, потому что на этой машине мы выступали. Потом еще, если детали особо крупные, то что там говорят о крупных миллионах, было потрачено. Сколько потрачено? Где-то вот приобретение фанеры для подготовки стадиона, для проведения города, было потрачено порядка 2-3 миллионов. И по мелочам мы там расписали. Все хорошо рассказывали. Когда вы обратились с заявлением о ярких стадионах? Это 28 или 29 сентября. Чем это было вызвано? Своим раскаянием? Все раскаяние, вы решили обратиться. Да. Нет у меня вопрос. Скажите, что вы сделали, что вам известно, что сделал Ахмеджан с суммой, которую вы передали на 64? Я на сайте скажу, что я не знаю. Как он распределял, не знаю? Да, я не знаю. Ну, ты получил 2 миллиона? Он, да. Я отдал ему в кабинет. Нет, никаких обстоятельств говорили. Ну, это где-то произошло через неделю. Я отдал его в служебном кабинете. А ему за что? Ну, я так думаю, у меня там есть приход от него, 2 миллиона, когда в компании шла. Я так подумал, что это возврат, потому что вопросов никаких не было. Я отдал его. Приходит в каком смысле? Он тоже, да, за насилие 2 миллиона. Продолжай. Вы на компанию службы тратили? Да. И на день города? На придуманную компанию и на день города. Помимо этого, вы еще получали средства?
общественном фонде? В общественном фонде на год. На год. Лично у кого вы получаете? На Жакова. На Жакова. И? Он вам все время приезжал? Да, в основном. Он как шел, как отчитывались по этим суммам из фонда на год? Тут взиматели шли и закрывали это суд. То есть получаем у вас деньги, а потом? Потом шли и после этого суда, после этого суда закрывали. Куда шли? Фон. Фон. И заполняли? Заполняли. Скажите, пожалуйста, до, значит, написания явки с повинной вам предъявлено было какое обвинение? Если вы скажете, 6-я часть 3. Наказание до 12 лет. До 12. После явки с повинной вам предъявлено обвинение по другой статье наказания до 6 лет. Вы, значит, сообщили о преступлении, вам уменьшили, так сказать, обвинение. Так понимаю? Правильно понимаю? Обвинение было вот. А, обвинение, так, ясно. Дальше. Скажите, пожалуйста, давали ли вы показания, вот, или сосматривались в суде, протокол допроса ваш, о том, что вы якобы там 30 миллионов получили от Навального, передали куда-то? Вы такие показания давали? Давали. Давали. Почему данных, данной ситуации о том, что вы давали, брали деньги у Лобанова, не описаны в явке с повинной? Оно не зафиксировано на ежедневнике. Ну, факт, вы, факт, вы говорите, были такая факт? Вы говорите, что вы... Да, был. Скажите, вопрос сняли, поскольку 30 миллионов не вменяются, следственные действия никакие по ней не провалились, и вопрос этот здесь совершенно неуместен. Он может быть задан следственным. И вопрос идет о искренности, я представляю. Нет, хватит сохраняется, пожалуйста. Почему не было, значит, этого факта в явке с повинной? Мне показания не ждал. Вы больше ответить по этому вопросу? Да, я показания дал. Скажите, пожалуйста, кто вам писал, значит, заявление о явке с повинной? Следователь или адвокат, либо кто? Поскольку, я с адвокатом. Поскольку данный документ напечатан на компьютере, а мы знаем, что в следственном изоляторе условия для напечатания... Я написал от руки, потом она, адвокат принесла мне распечатанный компьютер, я подписал. Так получается, вы писали до этого явку с повинной, а не в условиях ли... Значит, антикоррупционную службу вы писали? Нет, я в СИЗО при встрече с адвокатом набросали на ручке, на черновике явку с повинной, после чего адвокат на второй день пришла распечатку, и я списался, причем адвоката отвезла в антикоррупционную службу.